22 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. Водка удобна тем, что ее можно и напиться, и нажраться. Написал этот афоризм 2 ноября 2010 года. Про водку что там? Про водку у меня еще есть. Водка — это зло, каких мало. Причем всегда мало. Если бросить пить, жизнь будет скучнее, но зато будет. Очень, кстати, ценное наблюдение. Рекомендую прислушаться. А вот к следующему лучше не прислушиваться. Чтобы попасть в страну чудес, не обязательно бежать за белым кроликом. Можно сбегать за белой лошадью.